Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении брокер бинарных опционов Quotex. Платформа брокера Quotex появилась совсем недавно, но несмотря на это, на данной платформе довольно удобно торговать бинарными опционами. И начать обзор брокера стоит, конечно же, с торговых активов. И на платформе брокера представлено более 25 валютных пар. Также есть более 20 различных акций, и помимо этого есть криптовалюты и сырье. Процент выплат по бинарным опционам на валютные пары может достигать 92%, а по акциям целых 95%. И такие проценты выплат можно считать одними из самых высоких, так как они доступны абсолютно каждому пользователю платформы. Если говорить о самой торговле, то на платформе брокера доступны экспирации от 1 минуты до 4 часов. А при желании можно выставить и дробное время экспирации, благодаря чему можно покупать опционы с длительностью, к примеру, в 1 минуту и 24 секунды или в 2 минуты и 45 секунд, или с любым другим временем. Все совершенные сделки будут отображаться в специальной вкладке под торговой панелью. И для примера давайте купим опцион Call, чтобы посмотреть, как это выглядит. И как можно видеть, если развернуть информацию об опционе, то его можно продать досрочно, но намного дешевле, а также можно посмотреть и другую подробную информацию о сделке, где можно видеть время открытия и закрытия опциона, его экспирацию, а также сумму сделки и прибыль. Если смотреть на сам график, то там можно видеть цену открытия и сумму сделки. Также для новичков на платформе предусмотрен демо-счет. Перейти на него можно на верхней вкладке, выбрав демо-счет, или нажать на кнопку «Демо» на панели слева. Торговля на демо-счете ведется точно таким же образом, как и на реальном счете, а использовать можно все графические и торговые инструменты. И говоря о графических инструментах, хочется сразу затронуть как сами инструменты, так и технические индикаторы на платформе брокера Quotex. Перейти к инструментам можно, нажав на иконку в левом нижнем углу. И в самом низу списка можно найти множество различных линий или каналов, а также инструменты Fibonacci, такие как веер Fibonacci или коррекция Fibonacci. Также при желании можно построить параллельный канал или какую-либо фигуру, например, прямоугольник. Удалить ненужные графические инструменты можно путем нажатия на крестик рядом с наименованием инструмента. Помимо инструментов, как говорилось ранее, есть на платформе и множество индикаторов, которые разделяются на индикаторы тренда и осцилляторы. Индикаторов на платформе брокера на данный момент есть более 20 различных видов, а добавляются они точно так же, как и инструменты. И настроить их можно как при добавлении, так и позже. Также для упрощения анализа можно использовать различные таймфреймы, которые начинаются от 5 секунд и заканчиваются одним днем. И также можно поменять тип графиков и выбрать зону, свечи, бары или Heiken Ashi. Для удобства торговли на графике можно открывать несколько вкладок. Для этого необходимо нажать на иконку «плюс», после чего добавить необходимые инструменты. И таким образом между ними можно довольно быстро переключаться. Для новичков, а также тех, кто сомневается в своем прогнозе, на платформе предусмотрены специальные сигналы. На вкладке сигналов указывается торговый актив, его направление, а также длительность сигнала. Но стоит обратить внимание, что сам брокер предупреждает о том, что данные сигналы не стоит использовать как основные, и опираться прежде всего стоит на свой анализ. Также на данной вкладке есть и история прошлых сигналов, которые можно при желании проверить. Еще в меню слева есть вкладка «Топ», на которой можно посмотреть лидеров текущего дня. Из данного списка можно видеть трейдеров и их прибыль, которую они заработали за текущий день. Но стоит помнить, что список обновляется раз в сутки, и поэтому лидеры будут постоянно меняться. Если есть необходимость поменять язык на платформе, то для этого нужно нажать на шестеренку в левом нижнем углу, и также в данном меню можно настроить прозрачность сетки или включить автопромотку графика. Пополнить или вывести средства можно, нажав на кнопки в правом верхнем углу или перейдя в свой профиль. Для пополнения счета присутствуют различные платежные системы, включая мобильных операторов и криптовалюты. Также стоит обратить внимание, что минимальная сумма депозита составляет $5, так же как и минимальная сумма вывода. Также те трейдеры, которые будут пополнять свой торговый счет впервые,
могут получить welcome бонус в размере 80% к депозиту. Для этого необходимо перейти к пополнению, после чего данный промокод уже будет введен в специальное поле. Далее нужно указать сумму пополнения и нажать на кнопку «Пополнение». Также помимо welcome бонуса можно использовать и другой промокод, который доступен даже на второе пополнение. Найти такой промокод можно на нашем сайте в статье о промокодах для брокера Quotex. Находится он почти в самом верху. Выделяем данный промокод, копируем его и возвращаемся к пополнению счета. Дает такой промокод 60% к сумме депозита, но стоит отметить, что использовать его можно всего один раз. Чтобы получить бонус, вводим данный промокод в специальное поле, после чего можно видеть, что наша сумма увеличилась на 60%. И далее также нажимаем на кнопку пополнения. Чтобы вывести средства, необходимо перейти на вкладку «Вывод», и обратите внимание, что вывести получится только на те же платежные системы, с которых и пополнялся счет. И в нашем случае это биткоин. Поэтому перед пополнением обязательно стоит это учитывать, чтобы потом не возникло проблем с выводом прибыли. И давайте попробуем вывести $100 на наш биткоин кошелек. Для этого указываем $100, вводим наш кошелек, нажимаем «Вывести». И как видно, запрос успешно отправлен. Отслеживать все операции можно в истории выплат или на вкладке «Транзакции», где можно видеть, что наша заявка на вывод ожидает проверки, и ее также можно отменить, нажав на одноименную кнопку. Также очень важно помнить, что перед выводом средств обязательно стоит верифицировать свой аккаунт, так как без этого невозможно будет вывести прибыль. Верифицировать свой аккаунт необходимо на вкладке «Профиль». Для этого необходимо заполнить все поля с личной информацией, где указать только актуальные данные, так как по ним будет проходить проверка. После ввода данных необходимо загрузить документы. Это может быть как паспорт, так и водительское удостоверение или любой другой документ, подтверждающий личность. Поле для загрузки документов находится в данном месте, но видно его только на неверифицированных аккаунтах. А после того, как верификация будет пройдена, здесь появится галочка и надпись о том, что профиль полностью верифицирован, как в нашем случае. Говоря о сделках, отслеживать свою историю торговли можно и в профиле. Для этого необходимо перейти на вкладку «Сделки», где можно будет увидеть свою историю как по реальному счету, так и по демо-счету. При возникновении каких-либо вопросов ответы на них можно найти на вкладке «Помощь», где можно создать обращение. Также можно перейти на вкладку «Частые вопросы», где найти такие темы, как платформа, профиль, верификация, пополнение и выплаты. Если в данном разделе ответ не будет найден, то можно связаться со службой поддержки. Для этого можно нажать на иконку, которая находится внизу, или же перейти в живой чат, где можно также задать интересующие вопросы. Возвращаясь к нашей выплате, спустя полчаса средства поступили на наш биткоин кошелек, а статус выплаты поменялся на «Успешно». Конечно же, выплаты не всегда могут происходить так быстро, и иногда рассмотрение заявки может занимать до 24 часов. Но, как показывает практика, чаще всего заявки рассматриваются намного быстрее. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!